краткое, но содержательное по смыслу. И в этой связи я попросил бы выступить президента медиахолдинга, представляющего Армению, Айка Борисовича Бабуханяна, медиахолдинг «Иравунг». Он также является председателем партии «Союз конституционное право». Как общественность, в частности, Армении, воспринимает процессы евразийской интеграции? При всех сложностях сегодняшнего времени и для Армении, и для наших стран, на примере конкретно Армении, но взгляд общественника очень высокого уровня. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня происходит переход к многополярному мироустройству. И для ЕАЭС это предполагает обеспечение в этих новых условиях своей экономической безопасности и активизации конкурентоспособности. И для достижения этих целей, конечно же, нужны новые формы интеграции. И эти новые формы позволят нам достичь синергетического эффекта не только в экономике, технологии, но и, очень важно, в культурно-гуманитарной среде, о чем вчера было сказано с высокой трибуны. Вектор развития научно-образовательного евразийского процесса направлен на создание общего культурно-гуманитарного пространства с донесением ментальности евразийской интеграции. Вот очень важно говорить о общей ментальности, то общее мировоззрение, создание этого мировоззрения в наших странах. И, конечно же, надо доводить до вот именно вот до широкой общественности традиционные устои евразийской цивилизации, о чем надо, конечно же, говорить больше. Достижение самодостаточности в культурно-гуманитарной области на пространстве ЕАЭС является основополагающей задачей, решение которой возможно при развитии научно-образовательного евразийского кластера, нацеленного на создание общего как культурно-образовательного, так и информационного пространства Союза и состоящего из образовательных, медийных и общественных структур, объединенных общей идеологией евразийской интеграции. При конструировании общего информационного пространства важную роль играют журналистские кадры, имеющие соответствующую квалификацию для профессионального и всестороннего освещения евразийских интеграционных процессов. Представление традиционных устоев евразийской цивилизации, а также стоящих перед Союзом новых вызовов. Предлагается при расширении межвузовского сотрудничества государств-членов ЕАЭС особое внимание уделить подготовке кадров в социальных и гуманитарных направлениях для развития идеологической основы евразийской повестки в условиях тектонических изменений структуры геополитического и геоэкономического мирового ландшафта. На пути создания адаптивной модели межвузовской кооперации в качестве механизма реализации программы по подготовке кадров предлагается создание совместных сетевых образовательных программ, включая разработку межвузовских модулей, внедрение соответствующих дисциплин в учебные планы, осуществление академических обменов, стажировок, внесение соответствующей тематики при написании дипломов, курсовых работ и так далее. С целью создания площадки для взаимодействия в данном направлении предлагается провести семинар. Но кроме этого, мы хотим обратить внимание на возможность создания сетевой медиаплатформы. Сетевой медиаплатформы, евразийской интегративной медиаплатформы. Данная медиаструктура, как предполагается, будет формироваться, развиваться и действовать при участии и содействии Евразийской экономической комиссии, государственных общественных структур стран ЕАЭС, которые будут оказывать ей политическую, организационную и информационную поддержку. Евразийская медиаплатформа будет состоять из медиаучастников, средств массовой информации стран ЕАЭС, а также наблюдателей или участников от других стран Большой Евразии. Сейчас разрабатывается концепция создания и развития евразийской сетевой медиаплатформы. Предполагается провести форум, на котором подписать договор о создании евразийской медиаплатформы. И армянский медиахолдинг «Иравунг»
имеет положительный опыт в данном вопросе. Также мы очень активно работаем и сотрудничаем с Ассоциацией международного сотрудничества, с Общественной палатой ИАЭС, которая сейчас находится в стадии формирования и уже скоро будет зарегистрирован. И, в принципе, можем взять на себя такую подготовку такого важного мероприятия. Если мы создадим общее медиапространство, мы сможем побороть очень многие вызовы, которые сейчас стоят перед нами. Спасибо. Большое спасибо. Аик Борисович, ну, вот, по-моему, даже сегодняшний пример говорит о необходимости усиления работы в медиапространстве, согласования позиций, сохраняя самостоятельность, становиться сильнее через объединение. Это и доверие, это та самая интеграция, это уровни интеграции и глубина ее. Спасибо большое. Наверное, если вы подготовите предложение на уровень Евразэс, вынесете, оно будет рассмотрено и поддержано. В этом заинтересованы все. Коллеги, у нас осталось буквально несколько минут.